Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы проходим урок информатики и информационной технологии для 9 класса. Сегодня мы с вами проходим тему графика веб-страницы. Мы с вами знаем, что самый эффективный метод оживления веб-страниц — это когда вы вставляете различные рисунки. Веб-страница, когда состоит только из текста, не очень интересно ее смотреть или прочитывать. И станет скучной для просмотра любых пользователей в интернете. Например, посмотрите. На прошлом уроке мы с вами повторяли темы форматирования текста на веб-страницах. Сегодня мы будем говорить, как можно разнообразить нашу веб-страницу, добавляя сюда картинки, например. Однако, если располагать на веб-странице чересчур много рисунков, то это увеличит ее объем, и загрузка таких файлов из сети интернет потребует много времени. Поэтому на веб-страницу целесообразно вставлять рисунки малого объема. В сети интернет используются в основном рисунки формата JPEG, GIF, потому что, во-первых, объем веб-страниц уменьшается, во-вторых, браузер сможет обрабатывать такие рисунки без дополнительных программ. Сегодня мы с вами на уроке ознакомимся с понятиями тега, с помощью которого можно располагать изображение на веб-странице. Рассмотрим атрибуты этого тега, а также изучим возможности и способы расположения картинок на веб-странице. Итак, для вставки рисунка в веб-страницу применяется непарный тег img от слова image – изображение, рисунок. Для указания имени файла самого рисунка добавляется атрибут src – source – источник. Например, если имя нужного файла у нас usgumya.jpg, то в программе блокнот мы можем записать такую строку img, затем добавляется атрибут src, и после знака «равно» в кавычках пишется имя файла. Так пишется, если, например, этот файл находится в нашей текущей папке. Если у нас этот файл находится в другой папке, то мы должны после атрибута src указать значение в виде полного имени этой папки и этого файла. Если, например, где-то находится в директориях, в подпапках, тогда полное имя. Также мы можем взять рисунок из интернета или другого сервера. Тогда указывается и HTTP, затем слэши и так далее, сайт и какие папки у нас находятся. Хочу обратить ваше внимание на то, что если мы записываем заглавными буквами my.jpg или маленькими буквами my.jpg с расширением, это разные имена файлов. Никогда не забывайте, что нужно учитывать регистр, верхний и нижний регистры. Какие же есть атрибуты для тега img? Итак, к атрибуту polygon мы добавляем значение этого атрибута middle. Или можно вместо слова middle добавить abs middle. В принципе, изображение будет одинаково. После атрибута src мы указываем имя файла, где у нас находится рисунок. Если на программе блокнот мы указываем, обратите внимание, слово middle, как выглядит расположение рисунка и текста на веб-странице. Здесь, в этом случае, середина нашего рисунка выравнивается к низу
текущей строке, которая идет следом за рисунком. Также можно добавить атрибут bottom. Затем, опять-таки, имя файла. Можно вместо слова bottom также abs bottom добавить. Расположение почти одинаково. Так, а теперь посмотрим на блокноте. Если мы добавляем bottom, как выглядит расположение рисунка и текста на веб-странице? Здесь нижняя граница нашего рисунка выравнивается к низу текущей строки. Следующий атрибут – top. Также к выравниванию. Здесь мы с вами заменили после атрибута Oligon значение атрибута top. Смотрим на веб-страницу. Обратите внимание, как у нас располагается текст и по отношению с рисунком. Верхняя граница рисунка выравнивается к самому большому символу этой текущей строки. Я хочу сейчас показать, что если вы, например, я буква, видите, на строке самая большая, поэтому верхняя граница именно к этой букве выравнивается. Если мы, например, то же самое значение top будем использовать к атрибуту Oligon, но обратите внимание, на блокноте, на нашей странице мы добавили тег font и задали размер этого шрифта, этого предложения в виде атрибута size, равное значению 5. Смотрим, как у нас меняется расположение. Немножечко выше, видите? Так как слово «мне» и так далее, с этого момента у нас предложение было размером 5. Поэтому верхняя граница нашего рисунка выравнивается к самому большому символу этой строки. Следующее. Также можно добавить атрибут left, по-английски слева. Таким образом, если мы добавляем left, затем после сохранения и после обновления веб-страницы, мы видим, что рисунок находится с левой стороны, по отношению к нему текст находится с правой стороны. Следующее значение – right, справа. Посмотрим, как здесь выглядит на веб-странице. Теперь рисунок у нас находится с правой стороны. Теперь по отношению к нему текст находится с левой стороны. На веб-страницах иногда рисунки находятся к тексту слишком близко, то есть нет отступов. Что же надо делать в этом случае? Для этого у нас есть следующие атрибуты для задания отступов, то есть для задания расстояния между рисунком и между текстом, то есть границы рисунков. Это H-space и V-space. V-space – vertical space, то есть вертикальное пустое пространство между границей рисунка и текстом. H-space от слова horizontal space, по горизонтали свободное место или пустое место. Также этим атрибутом задаются значения, которые измеряются в пикселях. Около рисунка вместо белого пространства такого можно задать границу этого рисунка. Это задается атрибутом border, граница. После border ставится знак равно и значение в пикселях, рамка черного цвета. Если мы на блокноте добавляем, обратите внимание, что можно подряд несколько атрибутов давать нашему тегу EMG, который относится к вставке рисунка на веб-страницу. Что же получается на веб-странице? Обратите внимание, здесь рисунок
вокруг рисунка появилась рамочка черного цвета. И причем размера шириной 7 пикселей. Какие же еще есть атрибуты? При вставке рисунка в веб-страницу можно установить размеры самого рисунка. Итак, к нашему рисунку устанавливаем размеры. По ширине устанавливаем количество пикселей атрибутом width. Height равное 150 пикселей – это высота нашего рисунка. То есть размеры таким образом нашего рисунка получаются 100 на 150 пикселей. Таким образом мы можем растянуть или сжать рисунок, причем не портить дизайн самой веб-страницы. Итак, сегодня мы с вами познакомились с тегом EMG, который позволяет вставлять рисунок в нашу веб-страницу и со многими атрибутами, которые добавляются к этому тегу. Домашнее задание будет следующим. Первое. Читать и конспектировать урок 55 по учебнику. Затем оформить вторую веб-страницу с рисунками и информацией об учебных заведениях, в которых вы в будущем планируете учиться. Я напоминаю, что мы с вами на прошлых уроках говорили о творческой практической работе. Можно, конечно, и выполнить упражнение второе урока 55-го вместо этой творческой работы. Когда выполните домашнее задание, не забудьте прислать своему учителю в систему Кундалик на своих веб-страницах и также загрузить ваши веб-страницы. На этом мы с вами заканчиваем. Спасибо за внимание. До новых встреч!